Радость чистой воды. Сегодня, после двухгодового перапынку, у Гомельской специализованной дитячо-юнацкой школе Олимпийского резерву номер 7 открылся бассейн. Подею шакали юные плывцы и их тренеры, а так само жыхары Новобелецкого района. Какие махчимости з'явятся у спортсменов и коли бассейн почне прымать усіх жадаючих, расскажет Марина Джалая. Спортивной школе больше, як 40 годов. Столько часу не было и серьезного ремонту бассейна. Два года тому стало зрозуміло, что объект докладно пора закрывать на реконструкцию. Новина добрая, бо гэта перспектива отримать сучасный объект. Але куды на гэты час дзяваться плыўцам, якія займаюцца таким видом спорту професійна? Гэта был тяжкий час, делятся тренеры. Для нас это значимая дата, потому что мы два года находились в реконструкции, нас закрыли все наши дети, наши ученики, и мы, тренеры, слонялись по городу, в разные школы, тренировались с ранней подъема, к 7 часам ездили на тренировку, как дети с Новобелецкого района, они ездили со 104-го, с хутора, к 7 часам на тренировку. Это долгие переезды, это очень сложно, детей очень выматывало, учитывая, что в нашем виде спорта у нас двухразовые тренировки, и возвращались иногда, они уходили в 5:30, вставали и приходили домой иногда в 7 часов вечера. Это был изнурительный труд, и для нас это большое событие, и мы начинаем ценить, когда возвращаемся в наши родные стены. Дарэчы, дзякуючы новой инфраструктуры у бассейне можно будет проводить спаборніцтва республиканского масштабу. Такой магчымасці ранее не было. Засталося даабсталяваць объект, например, разместить электронное табло. Але уже и зараз тут зроблено достаткова шмат. На реконструкцию было выдаткована свыше 1 000 000 рублей. Очень качественный современный дизайн получился, светлый, хороший бассейн, тонированные стекла с электроприводом, современная вытяжка, современные тумбочки, которые качественно позволят нашим спортсменам проводить полный учебно-тренировочный процесс. То есть все сделано для того, чтобы это был современный, спортивный бассейн, чаша. Ну и это оправдывает надежды, как первые отзывы и тренеров, и детей, что они не ожидали увидеть такую красоту. И они в восторге, что бассейн получился такой уютно, светлый, который несет тепло и заряд новой энергии. Спортивная школа вядома, як былое место тренировок нашего знакомитого плыўца Евгена Цуркина. У лику выпускников еще целая плеяда юнаков и девчат, которые прославили регион на международной спортивной арене. Зараз тут занимаются каля 200 детей под керавництвом 6 тренеров. Реконструкция бассейна – махчимость растить новых чемпионов. Стала добрая традиция у нас в этом году открывать спортивные объекты, в частности бассейн. Буквально 3 июля мы открыли бассейн, не только бассейн, а спортивный комплекс на уровне на улице Портовой. Сегодня мы открываем торжественно долгожданный объект, который два года находился на капитальном ремонте, бассейн на Ленинградской. Это будет приятным таким, сказать, не то что подарком, а ну, мы, в принципе, и должны были это сделать для жителей, прежде всего, Новобелецкого района и непосредственно спортивной школы, потому что спортивная школа данная обладает определенными результатами, которыми мы можем гордиться. У верасні бассейн пачне прымаць усіх жадаючых, а юные плыўцы нарэшце змогуць тренироваться у родной спортивной школе. На чарзе ремонт еще одного объекта, открытие якого с великой нетерпливостью чакают у советском районе. У ближайшие два года реконструкция будет проведена у бассейне «Дельфин». Марина Джала, Александр Харламбов, телерадиокомпания «Гомель».